Всем добрый вечер. Будем сегодня на ужин готовить шампиньоны. Очень быстрый рецепт. Я вам расскажу и покажу, как быстро их приготовить. Если у вас мало времени, а нужно что-то придумать очень вкусное, оригинальное и необычное блюдо. Итак, мне понадобится вот такой кусочек, кусок прям сливочного масла. Мы расплавляем в сковороде. Шампиньоны я уже помыла, почистила и порезала вот такими пластиночками. Со сливочным маслом получится очень такой сливочный вкус. Сливочное масло очень хорошо сочетается с шампиньонами. Только используйте сливочное масло, а не там спреды, маргарины. Именно сливочное масло. Ну, а теперь закидываем наши шампиньончики. Вот так прожариваем. Видите, юшечка уже испарилась. Я уже приготовила один зубчик чеснока, выдавила через пресс, соль, черный молотый перец. Грибы уже приобретают золотистый цвет. Солим. Смотрите, они начинают уже прижариваться. Добавляем чеснок. И черный молотый перец. Сыр я уже натерла на терке. Не сильно крупной. Еще раз помешаю. Смотрите, теперь присыпаем сыром. Сыр не жалеем. Вот таким прям жирным слоем. Накрываем крышкой. Ждем, пока сыр расплавится. Итак, проверяем, что у нас здесь происходит. Какой грибной такой сливочный аромат. Сыр с грибами перемешался. Очень так вкусно пахнет. Очень аппетитно. Сыр так красиво плавится. Ну что, ребята, вот
Наш ужин и готов. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди у нас еще очень много вкусного, интересного. Оставайтесь на моем канале. Всех люблю, целую и обнимаю. До скорых новых и вкусных встреч. Пока-пока!